Медицинский центр «Инвитро» продолжает масштабную акцию, направленную на диагностику и профилактику самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин – рака молочной железы, матки, яичников. В любом из 5 магнитогорских офисов «Инвитро» женщина на очень выгодных условиях может пройти обследование, выяснить, здорова ли она, а также имеет ли генетическую предрасположенность к злокачественным новообразованиям. «Инвитро» – одна из крупнейших российских компаний, которая занимается высокотехнологичной лабораторной диагностикой и при этом постоянно воплощает в жизнь социально значимые проекты обследования населения. Онкологические заболевания, согласно общероссийской статистике, занимают второе место в списке причин смертности взрослого населения. Самой распространенной онкопатологией среди женщин является рак молочной железы. Далее в первой пятерке злокачественные новообразования матки, шейки матки, яичников, возможности современности. Современные лабораторные диагностики инвитро позволяют не только выявить рак на самой ранней стадии, когда женщина еще не чувствует развития опухоли, но и профилактировать старт заболевания, используя современные генетические анализы. Около 10% случаев рака молочной железы и 17% злокачественных новообразований яичников связаны с наследственными мутациями в определенных генах женщины. Выявить генетическую отягощенность можно. Достаточно сдать несколько миллилитров венозной крови и определить, есть у женщины генетическая предрасположенность к раку молочной железы и яичников или нет. Золотым стандартом диагностики злокачественных новообразований шейки матки считается анализ жидкостная цитология. Взятие биоматериала производится безболезненно специально разработанной комбинированной щеточкой. Клетки слизистой шейки матки при этом не повреждаются. Их помещают в специальный сохраняющий раствор и транспортируют в лабораторию. Оба этих высокоточных анализа включены в акции, действующие в инвитро. Рак можно предупредить. Сейчас в инвитро можно сдать 2 комплекса анализов для профилактики женских заболеваний со скидкой. Акция по женской линии, данный профиль исследований направлен на диагностику наследственных случаев рака молочной железы и яичников. Его стоимость по акции 1699 рублей вместо 2580 рублей. Эта акция продлится по 30 ноября. И вторая акция «Узнать, чтобы не бояться». Данный профиль исследований направлен на профилактику раковых заболеваний шейки матки. Его стоимость по акции 2444 рубля вместо 3620 рублей. Акция продлится до 31 декабря. Подробнее ознакомиться с действующими акциями можно в любом из 5 медицинских офисов «Инвитро» в Магнитогорске, на официальном сайте центра, а также позвонив по телефону 8 351 949 68 33.